Здравствуйте, друзья. Последнее время, смотрю, у нас в моде грибалка. Собирать грибы. А собирали вы когда-нибудь грибы в чистой тундре, где нет леса? Здесь даже нет карликовых березок. А грибы здесь все-таки есть. Они такие грибы без названия. По-нашему такие подберезовики или ваньки. Нету ни дорогих, ни белых, ни красноголовиков. Вот такие просто грибочки. В основном мелкие, крупные не растут. Красавчики. Не растут, и червивые практически не бывает. Морошечка чуть-чуть маленькая есть. На улице у нас 13 августа. Она еще, как видите, красная. Абсолютно красная еще. Так, это отмечать ничего. Грибочки. Растут без всякого леса, под открытым небом. Тут уже и спеленькие есть. Красавчик. Чтобы на белом мохе росли дорогие. Было бы веселей. А вон на озере куча утки плавает. Камера явно не видит. Грибочков. Этот, судя по всему, был бы дорогой. Просто чистый борик, чистый ягель. Нету даже мелких кустиков никаких. Грибочек есть. Также и морошка растет на белом мохе. У нас в лесу ее почему-то всегда обдувает.
этой тундре, где постоянно ветра, где не обдувает. Сколько тут морожки. Все идет и идет. Целая грядка. Большая. Морожки еще половина красной. Ягода хорошая. Можно собирать. Ну, мы пришли догребать. Какое-то жалкое подобие сыроежек. Но тут есть. Опять нашел грибок. И дальше идет вот столько морожки. Просто кучка. Грядочка. Идет и идет. Целое поле морожки. Мелковатая, конечно, какая-то. Но много. Хорошо. Хоть собирай. Крупненький вырос. Вот, сзади еще и маленький. Еще один красивенький. Такие грибочки. Ножки маленькие. Тянуться некуда. Непонятные поганочки растут в тундре. Это какие-то грибочки. Это явно грибочек. Вот еще какой маленький. Вот опять какая-то сыроежка непонятная. Поганки. В тундре тоже растут, оказывается. Стрём.
какой-то грибок. По одному как-то. Растут пачками. Которые покрупнее видно издалека. Такой, например. Я тут же, кстати, есть брусника. Я там с грибом собирать ее невозможно практически. Лежит она на самой земле. Все красное. Это ягоды здесь растут все вместе. И морожка, и брусника, и голубика. Все в одном. Вот еще брусничка. Видите, вся лежит на земле. Мини кустики. Я как бы даже много здесь. Ну вот грибок. В песке каком-то. Пожалуй, мне не нужен. Красавчик есть. Абсолютно чистенький, беленький. Большой опять стоит. Какая нога у него смачная выросла. Это семейка. Такой тоже. Этот тоже. Старенький. Вот еще. Сразу раз. Два. Три. Оп. Ну какой малец.
Опять дорожка. Опять сыроежки наросли. Грядки. Тоже наш старенький. Ну тут ребята собрались, уточки. Очень какой-то поздний, запоздалый выводок. Мало штучек. Четыре птенца. Уточка какая-то крупная. А тут еще вон стайка плавает. Как круто идут. Да вы. Ну, этому выводку явно не суждено, наверное, отсюда улететь. У нас середина августа. Очень поздний. Знаете, ну, как кучно идут. Грибочек еще тут на берегу такой пристроился. Еще один. Тоже, наверное, старенький уже. Да. Тут всякие переросшие. Да, нет, возьмем. Второй возьмем. Росток. Тут можно взять. Какая-то болотинка. Тут съели какую-то птичку, по-моему, гуся. Тоже темненький. Какой красавчик. Старенький. Этот хорошенький. Ну, такой млец. Хорошее попалось местечко. Заметил, пнул. Дошел до речушки вот такой.
И активно тут плещется рыба. Там с той стороны есть большая крупная река. Походу, этот ручей впадает в нее. Здесь плещется зельдь. Всплески довольно мелкие. Хотя бы, конечно, проверить. Ставить сеточку. Смотреть, что он ловится. Покидать удочку. Может быть, как-нибудь и проверю. Несколько грибочков. Опять эти сыроежки какие-то попадаются. Тоже старенький. Крупнее, чем этот сейчас был. Наверное, они здесь и не растут. Я не встречал, по крайней мере. Старенький какой-то. Старенький. Такие вашки. Ну, собирал я уже почти 5 литров канистрочку. Хватит мне на грибовницу сушить, солить. Морозить я их не собираюсь. Ай, плохой уж стал совсем. Еще крупненький стоит. Ну, красавчик опять. Вот такие красавчики попадаются. Название у всех просто Ванька. Собирать грибовницу хватит, пойду я домой. Все, до новых встреч. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, буду рад. Друзья, попался опять какой-то куличочек со сломанным крылышком. Эй, стой. К моему удивлению, это уже сегодня второй. Да стой ты. Эй, Тима. Да блин. Вот такой. Это, походу, турухтан самочка. Как они тут умудряются ломать все крылья? Непонятно. Какой красавчик. Серенькая птичка. Очень даже жалко. Но ему тут явно не выжить. Удивительно, как его еще не съели песцы до сих пор.
Ну, ребята, пока я выходил, все-таки добил своего кошка до полного. Сейчас все домой. Вот такие красивые грибочки растут. Открытый тундре без всякого леса.